И как я буду выбирать среди 89 видосов, я не знаю. А что там пакет, короче, говорит мне что-то? Ладно, и со шкафа, наверное. Нехай. Спрячу вам кровь из ушей. Это мои единственные слушатели на сегодняшний день. Так что они будут тут. Ну ладно, все. Он полежит немного, он тоже полежит. Потому что они устали меня слушать. Вот. Старание круче всего, круче всякой боли там, нытья, да? Так что, зацените мое старание. Супер грустная песня, прям, ой, пятка. Вырубаем, супер грустно. Буду рада советам в комментариях. Добрым людям, потому что я вообще не шарю за музыкальную индустрию. Но так хочу, так хочу. Вот сижу, ломаю гитару. А, так вот. Ай, больно ей гитаре. Что-то бью, остановиться не могу. Вот бедная гитара, заберите, поймите, пожалуйста. Мне жалко, потому что я не умею обращаться с вещами, с русским языком тоже, видимо. Принесла себе подушечку, потому что тело плохо болит. Так, ой-ой-ой. Потому что трудяга я. С завода пришла, господи. А, да. Пожалуйста, попадай еще. По брейк-дансе, пожалуйста. Я фотограф. Поставил камеру на штатив. Ладно. Сегодня гости, друзья. Ой. Что-то я это... Торчу. Дальше отсяду, чтобы вы не слышали дикой фальши. Показал еще все идеально. Какой кринж, да? Хай, подписчики и подписчицы! Хотя, мне из подписчиков только мои братья и сестры, ну да ладно. Если кто-то смотрит, то привет вообще. Ой, ну здрасте, я обеспечу вам кровь из ушей, в принципе, так что оставайтесь со мной на линии, да. Ну, зачем я это делаю, скажете вы? Потому что мое тело болит, тупо болит. Вот, записывать 486-й раз не получившийся щит.